Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 9 декабря. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, Ади, привет. Партнеры программы — сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс». Новогодние скидки в «Снежном Барсе». Купи телевизор, планшет, ноутбук или системный блок. Найди слово «Барс» на скретч-карте и получи скидку 100%. Все в твоих руках. «Снежный Барс». Торговый дом «Мерино». Кожа, дубленки, меха. Для вас представлены шубы из великолепного канадского меха, а также изделия лучших производителей Турции. Скидки и бонусы для всех. Подробности на местах продаж. Улица Толстого, 12, телефоны 40 42 42, 223 484. Новогодние скидки в «Снежном Барсе». Купи телевизор, планшет, ноутбук или системный блок в цифровом супермаркете «Снежный Барс». Найди слово «Барс» на скретч-карте и получи скидку до 100%. Все в твоих руках. Только с 1 декабря по 15 января 2015 года. Подробности акции на местах продажи на сайте snowbars.ru. Торговый дом «Мерино». Кожа, дубленки, меха. Для вас представлены шубы из великолепного канадского меха, а также изделия лучших производителей Турции. Улица Толстого, 12, 40 42 42 223 484. Скидки, бонусы всем. По республике смещение циклонов. В большинстве районов снег. По Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам. Ночью минимальная минус 32. По Баунтовскому и Муйскому районам до 40 мороза. Днем минус 23. По центральным районам ночью минус 17-22. Днем 16 мороза. По южным районам ночью минус 20. По Акинскому и Тункинскому районам до 28 мороза. Днем 16, ниже 0. В столице Бурятии временами снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 20 мороза. Днем минус 12. Атмосферное давление будет расти. Алкогольные напитки запрещены в Исламе. Вследствие этого запрета победители этапов гонок Формулы-1 в Абу-Даби и Бахрейне обливаются не традиционным шампанским, а безалкогольным пенным напитком. Это был прогноз погоды на первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Да, давно шампанское что-то голову не било вместе с бутылкой.